мы без деца. Я похуй. Без деца только опера сложно. Не, ну копыта без ДС немножко тоже сыновато. Даже она спасает получше, чем его нирка. Но спокойно милики хотя бы могут пойти у них. А от них семечки не взрываются. Ну, копыта, да. Есть такое. Так что ходишь, если что слетаешь, там сделаешь. После этих коней бочек ебани на ману столик. Что вообще, что ебать вообще происходит, нахуй, не могу понять, вреди нахуй. Где, блядь, тотем? Ну, в другой сломали? Пати. Тотем стоит, дело не в этом. Че, блядь, хуйня вообще? Два коня ебаных полчаса мне. Так вы двух разных коней бьете, тут, пожалуйста, он бы полчаса. Заебись. Ебани столик. Заебись, меня еще выкинуло, походу, блять. Сука. Че, попробуем. Сейчас ОПМ пробуй включить. Подлоивает, блять. Ну а чё эти ребятки, скутер, я думал, он какой-то из олдов там играл, ФК поливали. А что, и на РТ не попали сюда? Или потому что на X5 ходят? Не знаю, кто такие вообще. Они же вроде новички оба, во втором рейде. Один болтливый был. Я думал, может, какой-то старичок.
что, у всех лагает вообще? Угу. Такой у вас. Вроде нет. Если в третий раз захожу, нахуй, у меня просто мир не прогружается, меня выкидывает. Феникс, ты почему Скану запугал, блять? Он боится у тебя иногда место спросить в рейд. Кого запугал? Скану запугал. Он боится иногда место спросить в рейд. Пускай идет, блядь, я ретриком туда. Пускай идет, в чем проблема. Похилит у него там побольше статов. Мне бы самому зайти, я лагаю, блядь, просто. Сука. Там что-то тут фризы, блядь, на наригор находил, тоже секунд на 20 завис, потом развис, блядь. Вроде нормально. О, нихуя себе, я отлагал, наверное. И опять завис, а не, отлагал. Возьми скану, у кого там есть. Я аж расист, рабочий, возьмите скану. Уже давно пора пофиксить это говно. Хотя бы тут хп трэши, я не знаю. Зачем? А, Серега, тут такие бафы классные для тебя. Ну, уже CLK вышло, уже хер знает. Серега, тебе там хорошо с 10 стаками? Нормально. Ну, минус 400 АП и...
Кан, отведись. Я это, Кас кидал, короче. Сейчас вы эти коспеют. Вечером. Ну что, ну, остаемся в печеньке просто. Третья погрузка, она пытается диспенить. Меньше урона будет. На дух. Так, кулаки разбафуете там. Скану кулаки. Сты. Я каски дал. Какие ему проще каски? Тебе кулаки в кэш. А, ну давай, сейчас буду баф. Давайте еще дай. Подожди, подожди, не давай, мы перебафим. Ауру поменять. Боже, ребят, ну давай, давайте как-то немножко быстрее. Типа, если вы, блядь, вот это вот побафаемся полчаса, нахуй, по это, по АФКшим там и так далее, я ебал в рот. У меня, во-первых, Вовку сначала, сука, не заходил, он уже конь взялся этого. Еще вы, блядь, сейчас бафаться полчаса будете. Я не вижу вот ни единого бафа после того, как ты сказал, подожди. Вот сейчас первый был, второй. Ты на панели искал баф или что, блядь? Ты не ругайся, я в полипавере тыкал на кулаки, он тыкал на каски и там хуета получалось. Типа, у него отменялось, у меня появлялось. Сейчас еще раз бафом. Так ты Мару-то дашь? Пиздец. А я босса сразу в угол подвожу с пула или, или позже? Хрен, я тебе метку поставил. Крест.
Можешь вообще не подводить, можешь его там плюнуть на первой фазе. Вообще похуй. А на второй фазе, чтобы он стрелял в кресте. Сейчас только подождем, нахуй. Когда они будут готовы к этому, нахуй, сложному да, боссу. Я все разбафил. Смотрите, там таски да. Он дал, наверное. На престе креста нет, но этот... 4, 3, 2, 1... Ну, после нам. Не сядешь, не дальше. Просто тут коня, короче. Что происходит? Гиппарад. Я тоже хочу. Ой, что? Доли нет. Без него как-то некомфортно будет. Это точно. Милфхан, знаешь, почему я умер? Я тебе потом объясню, чего ты умер. Вот обрати внимание, куда он сейчас, вот, где он галоп начинает кастовать. Да. Понимаю. Подойти. Будет первый раз или что? Тишина нахуй. Вы сорвали что ли? Что это было? Нет. Въебал галоп. Хант умер от галопа. Потом въебал галоп. Ну, от этого фиолетовой хуйни. Ну, точнее, от тьмы. Там рассекающий, по-моему, показывал. Рассекающий, да? По-моему. Да, да, рассекающий. Он, наверное, повернулся, нахуй. Там поди свой дебаф кидал и этот глиф дал. Ну, Ханта убил, блядь, его ёбнул галоп, нахуй, и потом вот этот туда. Он подошел специально, ну, прямо под коня, нахуй, подъебало. Нет, тропу там вот ставить или что? Вот ты, маг, допустим. Холич, под смертельный удар. Да, смертельный удар. Разделен на муки, смертельный удар. Не знаю. Как он вообще смертельный удар этот ебал? Ну он кидал свой дебаф и потом клиф дал одновременно. Он типа был повернут на вас и клиф дал. Ну, понятно. А почему он повернут на вас был? Потому что давал дебаф. Охуенно. Пожалуйста, босса подведи поближе, чтобы хит легче вас было.
Я рудный. 40 секунд еще. Без баунта, быстрее. Ох, он стоит. Он стоит, как так он по нам смертель не дает. Дермич, отверни его, пожалуйста, это, нахуй. Вот сейчас он только в меня кинул, потому что там был дебаф, а Дермич с кривым. Да какой, блядь? Ну, мы сколько ходили сюда, ни разу такой хуйни не было. У нас босс стоял по-другому, нахуй. Возьми его, поверни просто, сделай, как мы танчили, блядь, и у него больше не будет такой хуйни. Во-первых, галоп фрейд идет, а во-вторых, блядь, сука, смертельный удар еще этот. Я тебе специально поставил метку крест, где он должен стоять, нахуй. Я радую. Ну, сейчас после галопа. Да. О, блядь, пиздец, нахуй. Поверни его нахуй, блядь, на 100, 180 градусов от меня, от нас, нахуй, спиной. Он никогда смертельный удар не хуярил по нам. Это проблема в тебе. Он просто кливом убивает, нахуй. Берегитесь. Да нет, смысл диван давать, блядь, нахуй, геры буду когда сидеть. Его как ты держишь по-китайски, блядь? Он чтоб, блядь, просто спиной нахуй был. К Рейдена. Он спиной стоит. Он у тебя не до конца спиной стоит. Он у тебя под углом стоит. Ну, типа, блядь, ребят, я все понимаю, но я ебал в рот нахуй вот эту вот хуйню. Вот как он должен стоять нахуй. Ебалом в эту дверь, нахуй, вот так вот, нахуй. Вот так вот он должен стоять, На 2,5 минуты еще. Охуй. Не сибляется. Ничего, короче. Так пойдет? Пойдет. Ставьте максимально милики ближе к печеньке. Вернулся, кинул дебаф, и я одновременно кинул криф на всех.
хуйня, блядь. Яша, дай по мне БР быстрее. Дай эйсбаунд. Я на сокру. Команд на тьму быстрее нажми. Есть встать вовремя? Пизда нахуй. На, если бы еще дермич забрал бы нахуй, чтоб у нас хила не убивал. Ну да, да, да. Инер есть, не знаю. И БР у него откатится сейчас. Поставь его к двери, дермич. Вон дверька, видишь, где воротки, где закрываются? Какая из левой, правой? Хила БР. Справа, блять, которая в кресте. Кого БР? Вот да, вот прямо упри спиной в эту дверь, нахуй, почти. Кого ему? Ой, ебать. А все, забей, нахуй, лайк. Да, бля, давай ему. Берегитесь. Это рандом, это, блядь, не пережить, нахуй. Хуйня, то ли его сломали, то ли что с ним сделали, непонятно. Его фиксанули, походу. Так он не должен смертельный удар давать, в смысле фиксанули? Как они могут фиксануть, если он смертельный удар не должен давать? На каком-то из стримов, я не знаю, просто я слышал, что коня там что-то переделали опять. Точно не скажу, где слышал. Кинул, подъебало меня, прикольно.
Колечку. Ну, когда кольцо не надо, но выпало. Надо, не, надо. Ну, как... Мне кажется, кому надо, а кому нет. Надо, хапало, хуя. Какого хапало, да? С тупим инспеком. Какие в инспеке там проковываешь? Сука. Какие, блядь, проковы, нахуй? Где ты видишь шамана с проковым кольцом, нахила? Ага, ну да. 20 интеллект. Fast crit, СПД. До хера статов дает. По сравнению с Толгородским. Четыре героя, победившие смерть, блядь. Чё, блядь, такая параша, нахуй. Я манекен столько не бил, блядь, сколько это угроз. Ах ты, холешпун! Одну пачку, что ли, взял? Да парольте, если вам нужно. Мне очень надо. Забирай, хули. Типа ДДшников я знаю, два проковых одевают, типа и бегают. Ну, кастер, по крайней мере. Спасибо. Наконец-то поменяют, ебано на кольцо. Я думаю, я только на запад нажал. Стойте, трэш добивайте. Отойдите, я щит приведу. Блин, скана хан, вы можете идти туда? Вас там огнем хуярит, жуль. Ну, кто-то подальше стоял, там хан чуть впереди тебя стоял. Дерьмич, ты где? Тебе не похилить, ничего нельзя. Кто его заберет? Циклон. 103 хп, 103 хп, блядь, чуваки, ну за что вы его? И Дмитрич просто чему его добивает. А, было бы смешно, если честно, за мужиком пришел, добил бы его. Даже специально пригласил ебошить. Уже не кидаю, сейчас новых приведу. Спасибо.
достаю слишком далеко. Сейчас еще переведу. Сканады, каску. Наверх пошлите потихоньку. Напомните, как нам эту бухую камеру отключить? Свечение или что такого рода, там галочку убери. Настройка графики. В эффектах. То ли свечение, то ли отражение. Мы можем сейчас три галки убрать. Эффект свечения. Там еще один моб выйди, наверное. А не, нормально комбо сбросить. Бочек, угости пряниками, давай. Рыбу хавать.
Полагает пиздец. Че, выйдем, наверное, да? Да, не мешало бы, там двоих бить нахуй впадло, блядь. Видите? Видите, я потом заверю. Вой третий. Бойчик первый справа. Яша второй справа. Милхан третий справа. Ну, в дискорде-то есть, я думаю. Надеюсь. Услышал, Холич? Второй, да? Второй слева. Блять, опять та же хуйня, нахуй, выйдите. Заявай, Дитримич. Петр пересунет.